Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Приготовим очень вкусные слоики из слоеного теста. Такие я готовлю и гостям, и на праздник, и даже в обычные будни или выходные дни. Готовится просто и легко. Заранее достаньте размораживаться слоеное тесто. Оно может быть и дрожжевое, и бездрожжевое, любое. Также я подготовила тут грибы. Я их помыла, почистила. Одну большую луковицу и немного моркови. Кто любит морковь, добавляйте побольше. Это очень вкусно. А так, в принципе, морковка идет как для украшения и для цвета. А мы начинаем готовить. Для начала я порежу грибы, порежу лук, обжарю лук и обжарю грибы. До испарения лишней влаги. Добавлю немного тертой моркови на мелкой терке. Лук буду обжаривать на небольшом количестве масла. Сюда же к луку отправляю произвольно нарезанные грибы. Соль, перец и любые другие приправы добавляем по вкусу. Отправила морковку и сейчас уже буду готовить до полной готовности грибов и всех овощей. Начинка готова. Я ее выключаю, закрываю крышкой. Даю немного остыть для дальнейшей с ней работы. Начинка остыла, тесто я подготовила. Посмотрите, какое оно у меня стало воздушное, вот такое вот толстенькое. Я его, если честно, не раскатываю. Вот. Делаю вот здесь такую чуть-чуть вот так пальчиками как бы выемку, оставляя примерно бортики в 1 сантиметр. Смазываю бортики желтком. Я смазываю сразу, так гораздо удобней. Можно смазать, в принципе, потом, когда положите начинку. И аккуратно вот сюда выкладываю начинку. Начинку не жалейте. Чем больше, тем лучше. И обязательно уже должна быть разогретая подготовленная духовка. И сверху, в принципе, начинка — это все только в вашей фантазии. Можно положить еще по кружочку помидорчика. Но я прям вот немножко вот так добавляю сыра. Много не надо. Прям по такой, знаете, по щепотулечке такой. Духовка у меня уже тоже прогрелась. И отправляю в духовку 180 градусов, примерно 25-30 минут. Время выпекания смотрите на упаковке с тестом. Там все написано, потому что время выпекания может быть от 5 до 30 минут. Все зависит от вашего теста. Слоики готовы. Пробуйте, готовьте. Они получаются очень пышные, воздушные, вкусные. Начинки не жалейте. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал. Всем буду очень рада. До свидания и пока-пока.